Всем привет, это канал Красного Герцога, и сегодня мы будем встречать притаринов в игре Stellaris, дополнение «Первый контакт». В прошлой серии я таки провозгласился богом-императором всея галактики, правда, всея галактики не получилось, только часть ее, хоть и больше, но все же часть. Даже, наверное, я все-таки лоханулся, уж очень маниакально я хотел стать императором и таки стал, но, наверное, стоило оставить Федерацию Лигу Неприсоединившихся и выходить через нее на галактическое господство, благо через Федерацию это тоже можно сделать, если стать супервладельцем этой самой Федерации. Ну, в общем, смотрите самый первый сезон по Стелларису, собственно, по федерациям. Там я, по-моему, что-то такое изображал. Ждем притаринов. Собственно, вот уже появилось новое событие — приближение к внешнему кольцу. Загадочные подпространственные отголоски, которые мы ловили в межгалактических областях космоса, приближаются к внешнему кольцу нашей галактики. Несколько отдельных малых сигналов устремились вперед от основной массы к звездным системам кольца. Мы внесли координаты этих систем в журнал, чтобы и дальше отслеживать ситуацию. Они уже совсем рядом. И да, в общем, пока я и доигрывал эту партию, в общем-то, праздники, все дела. Не так плотно я занимался Стелларисом, как хотелось, поэтому я все-таки опоздал. Вышло новое дополнение. Галактик Парагон, по-моему, она называется. DLC. Ну, бог с ним, я его еще не покупал, но вместе с ним и вышел новый патч. Патч, который внес массу изменений, в частности, в интерфейс у нас тут немножечко все поменялось. Повылезали всякие новые вещи. Не получилось у меня откатить на предыдущий, потому что как-то я провафлил этот момент, загрузил уже сейф и только потом сообразил, что можно ж было откатить патч на предыдущий и играть дальше. Но он уже сохранился как в новой версии, и поэтому при попытке загрузить на старой версии игра вылетала. Так что будем доигрывать эту партию уже с новыми фишками. Надеюсь, их будет не очень много. Надеюсь, они не будут мне тут назойливо лезть. Потому что хотелось бы посмотреть их отдельно в рамках будущего обзора. Собственно, что бросается в глаза у нас, это то, что количество лидеров тут теперь вот так вот у нас, да, теперь лидеры тоже ограничены, как и станции, и флот, и вообще размер империи. Превышение этого количества ведет к штрафам. Собственно, у меня сейчас 22 лидера вместо 8, что дает увеличение стоимости их содержания на 175%, и они получают на 100% меньше опыта. То есть вообще, видимо, не получают, не знаю, как это работает, бог с ним, посмотрим. Остальное, в общем-то, тут опять же есть, появился раздел правительства, я туда даже заглядывать не буду, ждите обзор. Вот, в лидерах тоже тут произошли ряд изменений, тут выглядит теперь все по-другому. Вот, и, собственно, в управлении флотилией тоже теперь выглядит по-другому, закладка конструктор судов переехала сюда. Вот. Здесь не могу пока сказать, насколько стало удобнее, не ясно. Я пока не привык. Так, давайте посмотрим, что там у нас приближается. Брешь. Давайте включим отслеживание сигналов. И вон куда их, бедняжков, занесло, да? То есть они у нас вывалятся вот в эти вот территории. Можно было бы, конечно, забить болт. Это у меня мигает наушник, и что-то еще мигает, я не знаю, что оно мигает, какого рожна, где-то что-то тут переклинило. Да, у одной из наших империй началось восстание машин, поэтому я тут, в общем-то, прислал флотик на разборки. Там, да, где-то даже наши бойцы на земле воюют, захватывают территории, но флот там разгромил, у них всего там 40 тысяч было, что-то несерьезное. Так, у меня здесь, да, еще, собственно, как видите, теперь тут максимум было раньше 3 точки, да, теперь тут аж 5 точек. Ну окей, так, это у нас Сониксовый Суфет здесь развлекается, ладно. Значит, тогда мы берем всех остальных, как бы тут, как же неудобно тут записано, так. Ой, как листать и листать. Сколько планет, Маша ваша. Это еще я там что-то насобирал, да, систем, которые мне тоже ни к чему. Надо будет их потом отдать. К
Кто у нас тут лишний? Вот ты, наверное, да? Старлитовый суфет. Да, ты мне нахрен не нужен. Мы тебя отправим вот сюда. Туси здесь. А почему ты не отправляешься? Вот он отправился, только стрелочки почему-то нет. Странно. Так, ты тоже стой на пополнении. Ты тоже на пополнении, но тебе осталось чуть-чуть. Так что ты у нас тоже пойдешь в бой. Подожди. А там у нас Оникса вылетает как раз, да? 100, 100, 100, 100. Окей. Давайте закинем вас куда-нибудь. Давай сюда закинем. А, ну вы так летите, да? Тогда сюда. Сюда закинем. А еще сюда же закинем наш джагу нашу, да. Вот, летите, голуби мои. Летите. Будем надеяться, что у вас все получится. Ага, добрались. Давай вас всех. Всех не получится. Да, здесь же у нас первый дракончик. Мы тебя выключим. Вот. А, вас тоже нельзя. А, ты утилизационный крейсер. Пожалуй, понятно. Значит, все будут по отдельности. Ну ладно, сидите. Это такой отстойник из лишних кораблей, который получился, да, на 20 тысяч. Их просто некуда было деть. Немножко я тут поколдовал с кораблями, с флотами. Вроде как... Ну, что-то получается. Посмотрим. Мы захватили вражеский мир. Разграбьте его! Ага, мы принимаем мощный подпространственный сигнал, охватывающий всю галактику. Его источником являются объекты, приближающиеся к нам из межгалактической зоны. Входящее сообщение. Обнаружено псионическое излучение. Идет расшифровка. Претарианцы, мы прибыли, наше долгое путешествие завершено. Питайтесь, размножайтесь и отдыхайте. Мы должны поглотить эту галактику, прежде чем охотники найдут нас. О, как, есть какие-то охотники? Ладненько. Так, там кто-то продолжает нас колонизировать всякими разными этими самыми. Я тут продолжаю зачистку. И, собственно, там что-то новое какое-то появилось. Нет, все здесь же, да? То есть они сюда сейчас вывалятся. Я долететь... Ну, вообще практически долетел, да. Вопрос в том, хватит ли мне сил на это. Так, и... Приоритет пока нельзя, да? Пока ничего такого не происходит, да? Флот мы, кстати, так и не успели создать. Влез у Вксанты, объявил чрезвычайную меру. Блин, надо совет было распускать ядрени Феня. Это тоже все требовало времени, а времени не было. А вот и первая волна. Нам сообщили, что несколько звездных систем, расположенных на внешнем галактическом кольце, были захвачены некими неизвестными силами. Вероятно, именно они и были источником подпространственных сигналов, приближавшихся к нашей галактике. Сейчас мы имеем дело лишь с авангардом, основные силы еще на подходе. Пока мы получаем крайне разрозненную информацию, но, похоже, корабли захватчиков имеют органическую природу и не отвечают на обращение. С агрессией таких масштабов наша галактика, возможно, никогда еще не сталкивалась. Они действуют как единый разум, это поразительно. И, собственно, вот они, да? Пока мелочь, пока я все это могу расколошматить в одно рыло. Но только пока. Где корабли-то мои, алло? Вот. Давайте попробуем успеть наколотить, прежде чем они начнут, прилетят эти самые. Опа, анклав, идущих сквозь покров, уничтожен. Нам поступает донесение о том, что Шраут Витчер с системой Темплиеры уничтожены. Так, подожди. Ага. Тампере. А это здесь, оказывается, было. Агрессоры не церемонились и быстро смели жилища, идущих свой покров. Странно, что эти мистики не предвидели собственную гибель. Или же эта трагедия часть грандиозного замысла? Без их помощи будущее туманно. Да, неожиданно. Когда галактика в опасности, действовать вынуждены даже самые затворнические соседи. Мы выдержим надвигающуюся бурю, мы объединимся вновь. Флот планеты Анимон под нашим командой. Охренеть. Мы отказываемся погибать. На 5 лет скорость, ну, скорость строительства. Так, оборонительный флот Анимон. Слушай, а она большая.
Она очень большая. Ну, нет, уже не очень большая. А мне казалось, что было больше, по-моему, такой ощущение. Но тут много разных вещей произошло. Помимо всего прочего, у меня, по-моему, и у некоторых флотов лимит почему-то вырос до 310. Неясно. Изменения, да. Так, ну хорошо. Ты нам тоже пригодишься. А где ты? А где ты в списке? Флот Анимон. Чё-то я тебя тут не вижу. Оборонительный флот Анимон. Вот он. Да что ж ты с тобой будешь делать? Вот так. Тоже сюда давай дуй. Давай пока сюда. А, вот он. Понятно. Так, ну и теперь-то, я надеюсь, можно? Нет? Все еще нет. То есть авангард все еще считается фуфлом. Хорошо. Так, ну ты, кстати, там тоже уже не без надобности. Так что давай тоже дуй сюда. А мы поставим... Давай на Нитова вот этого вот. Поставим ему команду вести за собой. Авось соберется. Мое имперское ополчение. Попробуем их запинать. Так, следующий там, да, идет работа. Зачистка, эту войнушку надо прекращать. Рынок перепроизводства еды, блин, бесконечная. Давайте ходу, быстрее, что вы еле тащитесь? Мы же не успеем их всех убить до подхода основных сил. Так, тебе надо на орбиту вывести. 328 тысяч у базы, а? Хорошо? Душевно? Это я понимаю. Так, захватили. Все, здесь отвоевали. И здесь осталась последняя система. Ну да. Последняя планета, в смысле. После этого планетку, система, точнее, война может, в смысле, будет закончена. Так, что, кто? Пакт о ненападении с Джибрутер. Ну да, да, конечно. И это у нас здесь. Так. 48, 55, 55. Так, три флота плюс база, да? Вроде бы все похоже. Колония потеряна. Так, Зелита, ага, Карди подъехала к владельцу. Нехай. Правильно, что владельцу она отъехала. А, это отъехала. Окей. Вот это, Тазри еще надо будет отдать. Но это потом. Так, ну смотрим. Смотрим на этих самых нехороших притаринов и их, блин, долбанный авангард. Бам. Что-то как-то не шибко оно, конечно, жахнуло по базе. Этим самым, да. Стоять. Энергокредиты за минералы. Да и хрен с ним. У меня, в принципе, вроде... Хотя, блин, было почти 2000 только что. И опять куда-то все задевалось. Сплавов по-прежнему люто не хватает. Это пердец. Да, все. Один свалил. Ты смотри, а, этот строитель свалил. Так, где наши инженеры, точнее ученые, исследуют проект в системе. Чпоньк. Чпоньк. Погнали. Да, ну тут они очень шустро, конечно, разворачиваются. Я сомневаюсь, что я успею их всех запинать. Опа, они сюда пришли. О, 32. Ну, я думаю, вывезем это разделение, да? Лоб, собственно, да. Они даже не задержались. Может быть, есть смысл разделиться. Да, вот новая черта у... Вот они, собственно, кстати, новая система уведомлений, которую здесь можно настроить. Выбрать, что ставить и так далее. Но я тоже пока сюда не заглядывал.
Так, это базу. Запрос на перевод, да господи, добро пожаловать, как говорится. Хотя, кстати, с новым вот этим вот фишкой, да, это мне как бы стоило бы их посылать подальше. Так. Да, надо делить. Сколько здесь? 54. 54. Давай астролитовый. Во-первых, нажмем пополнить. Астролитовый у нас маленький. 125 всего. Маленький, но должно хватить. 125 против 54. Так, это астролитовый. Алмазный. 134. Сюда. Опаловый. Сотка. Тоже сюда. Ананитовый запретитель. Так, нанитовый запретитель 125. И давай-ка так, сюда. И джага тоже сюда. Вот так вот их разделили. А, стопе. У нас оборонительный флот Анимон прибыл. Тогда по-другому. Астролитовый мы тогда... Блин. Астролитовый мы туда не пошлем. Там у нас как раз... Оборонительная флотилия справится. Давай тоже сюда. Вот так. На три части разобьем и будем держать пальцы крестиком, чтобы успеть убить их до прибытия основных сил. Так, стоп. Александрит, это где сидит? Господи, ты-то здесь откуда? Еще одни какие-то обрывки, обломки. Давай тоже сюда. Помойное будет место наше. Не хватает сплавов, не хватает категорически. Давай тоже сюда сразу летим. А, собственно, что я торможу так? В покров-то надо ж войти. Посмотреть, что у нас есть в покрове. Привлекательность принципов. Ну, такое. Давай попробуем вообще на счастье. Ой, ни хрена. А, опять прилетели к нам. Сами пришли, сами ушли. Хорошо. Флот атакован. Дайте по ним залп из бортовых орудий. Отличненько. Ух, сколько у вас тут, да? Массой задавят. 240 тысяч. Было 130... 187, когда я смотрел. Откуда взялись еще, пока летели, непонятно. Но ладно. Так, флот был вынужден бросить маскировку, это не страшно. Еще. Так, я люто улетел в минус, да, по энергии. Ладненько. Пока подождем, пока потерпим. Это пока не страшно. Сюда. А вы давайте, сколько у вас тут? Да, получается 200. Ну, короче, с переизбытком должно хватить. Налетайте сюда. Так, а здесь, наверное, тоже можно. Хотя нет, 150. А, ониксовый все-таки сюда влез, да? Давай мы попробуем... Ну, господи, ониксовый. Сразу взять и сразу кинуть его вот сюда. Вот так вот. Ониксовый, оборонительный. Да, у нас идет туда. Давайте, давайте, давайте. Я сомневаюсь, что это удержит остальных от входа, но попытка не пытка, да? Так, стоп. Наша забавно. Так у нас удак Вонга входит в Галактический Империум или не входит? Входит. А почему он на приближении рассыпается, меняет цвета? Ну, видимо, баги тоже. Опять же, баги. Ты смотри, а он флот дальше атакован. Уже летит. Дайте по ним залп из бортовых орудий. Ну, он уже летит дальше. Атакуем станцию врага! Так. Я так за ними не успею просто. Ух ты! Еще подошли, да? А, нет, все правильно, те же два. Ладно. Рынок продать.
Давайте, ребята, флота давайте такого. В темпе. Я даже смотреть не буду. Вот. И бегом. Бегом сюда. Мне всегда было интересно, а вот если я убью их, так сказать, раньше, чем надо. Раньше, чем вторгнуться. Что это изменит? И изменит ли вообще? А что так долго-то ковыряете? Все. Доковыряли. Бегом, 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 бегом. Так, все, пало государство Дарп. Замечательно. Можно тебе, значит, зелье-то аутократии вернуть систему Тазари, да? Правда, она почему-то... Система контролируется... Подожди, а ты что, в состоянии войны, что ли? А, ты в состоянии войны с... Сантом. Потому что сам по себе являешься восстанием. А кому ж тогда отдать эту систему? Ну, ксанты, да, они не входят в Галактический Империум. Или входят? Подожди, что-то я не понял. Удаквонга. Удаквонга. Удаквонга, получается, не входят. Где у нас, господи, где наш Империум? Галактик Сьюваль. А Галактик Сьюваль входит. А, подожди, красный этот. Ха. Понятно, нагрели меня. У Даквонга не входит. А у Ксант входит. Короче, рамочка должна быть красная. Ну, тут глючит все, что только можно. Но, в общем, ладно. Тогда у Ксантам отдадим Тазари. Отдадим систему Уфксантам. Тазри. 18. Одолжение ты мне дать не можешь. Ну ладно. Забирай так. Так, все. Все. О, кто-то подогнал флот. Целых 43 тысячи. Гуляй, рванина. Ни в чем себе. Не отказывай. Давайте быстрее, пожалуйста. Я очень хочу убить вас до прихода ваших основных сил. Чтобы можно было понять. Колония потеряна. Да-да-да. Зелита аутократия в Дандаре. А, ну это этот. Кстати, как раз. Куда тебя деть? Дуй на базу. Что у нас тут? Научные энергокредиты 4-4-4-5. Давай, урон. Они хотят поговорить с нами. А в чем? Компакт Немози. Господи, ну и ты и прыщ. Ну ладно. Ну окей. Если что, будешь меня защищать. А здесь даже систему спасли, смотрите-ка. Хантаке, ну, с вас причитается, мы вам планеты спасли от уничтожения. Так, догнался, да? Кто? Демократик Гуглов решила с нами этот, законтачить. А Уксанты заключает пакт о ненападении. Не понимаю я этого. Вроде в Империум входит, а еще какие-то отдельные пакты со мной хочет заключать. Так, могу сессию закрыть. Заканчиваем сессию. Закрываем. И Имперский флот все еще не могу объявить чрезвычайные меры. Зараза. Они хотят все. С нами. Коммерческий пакт с Хатгум. Хорошо. Все, я угробил всю эту сволоту. Будьте любезны, отменяйте нашествие, пожалуйста. Возвращаемся пока на базу. Ну, конечно, оно ни хрена не отменится. Да, первый спутник. Наша система светления. Первый спутник. А, святилище Д, да, скоро станет космической расой. Святилище Д. Вам нужно срочно организовывать шпиона. Шпиона ждет назначения, вот товарищ. Давайте. И будет внедряться к вам в правительство. Да. Да. Ну ладно. Ладно.
Пусть будет так. Да, набежали вон, смотри, пригнали ребят. Это, конечно, плюс. Ну, ждем тогда основных сил. Я попробую наторговать сплавов. Ну и жду, когда можно будет объявить шторм. Всегда перед началом нападения претаринов происходит шторм. В нескольких районах галактики были зарегистрированы спонтанные подпространственные возмущения. По предварительным отчетам, это беспрецедентное явление затронуло чуть менее 50% звездных систем. Ученые выдвинули теорию, согласно которой нестабильность может быть вызвана перегрузкой гиперпространственных маршрутов вследствие их активной эксплуатации, как существующими государствами, так и империями предтеч. Согласно прогнозам, этот космический штурм уляжется примерно через 5 или 10 лет, но до тех пор он может непредсказуемо мешать работе субсветовых двигателей, генераторов щитов и сенсорных систем в пораженных звездных скоплениях. Галактическое сообщество присвоило космическому шторму официальное название Пуглеш и призвало граждан галактики воздержаться от путешествий. Это тоже пройдет. Пройдет, конечно. Так, Удак Вонга подчинила зелетов, с которыми мы заключили пакт о взаимной защите. Ну, оно их типа мирно присоединило. Ладно. А Хантаки там у нас, значит, наши лиги неприсоединившихся, да, продолжают чалиться. Площадка Ладно, ладно. Окей, ну, ждем гостей дальше. Ну, вот пришла и вторая волна. Мы больше не улавливаем основной сигнал, приближающийся подпространственного эха, исходящего от фонового излучения нашей собственной галактики, что может означать только одно. Они уже здесь. Если судить по размерам их авангарда, главные силы этих захватчиков должны быть огромными. Они есть огромные, и, собственно, да, сюда же они влетели. И, собственно, мой попал в замес, и отступить еще не скоро сможет, и, скорее всего, погибнет наш ученый. Да, и флоты здесь уже, конечно, да, сравнимы. Сравнимы. Надо, значит, мобилизовывать галактику. Кораблики мои починиться успели, это хорошо. Собственно, я их всех забираю, кроме строительного корабля. Все остальные, да, давайте двигать сюда. Ну, давайте пока сюда. Здесь мы оставим колосса. Посмотрим, как он будет деградировать миры, захваченные претаринами. И сможет ли он это вообще сделать. 43 тысячи. Да, чувак, тебе тут не светит. Да, претаринская кара. Изменяем приоритет. Да, принял резолюцию. Претаринская кара. А вот имперский флот у нас все еще, ну, никак. Нет у нас имперского флота. Да, уничтожили. Уничтожили нашего ученого. Надо будет его потом еще один кораблик сделать. Но это будет потом. Зараза, надо было не убирать, наверное. Хотя, с другой стороны, да, ну не убрал бы я, и прилетело бы мне. Так, флот Хантаков. Ребятки. Ага, а здесь у нас... А, мы через Эльврата сюда прыгнули, вообще быстро. Это хорошо. Сутрианский альянс. Так, ваше императорское величество, галактика в смертельной опасности, нам угрожает новый противник. Покончив с нами, враг обрушится на остальную империю. Вы, галактический император, долг велит защитить всех имперских граждан. Мы просим вас немедленно прислать помощь. Империум в осаде. А где же вы такие? Да вы вообще это... Где вы есть, альянс Сутрианский? Сутрианский альянс. Что вы так верещать-то начали? Сутриан, альянс, вот они. Ну, как бы вы достаточно далеко, чего вы панику-то навели? До вас еще ползти и ползти, не ссыте, прорвемся. Гира, что, тоже моя, что ли? А, нет, это Сиджитари. Так, давайте, двигайте. Продолжаю пополняться. 49 тысяч. Вы это ни о чем, ребят. Вас сметут, вас порвут. Смотри, замаскированный ушел. Надо было просто маскировку включить, блин.
Тогда бы мой ученый выжил, но я что-то тормознул. Так, какие-то тут договора, блин, вот это вот все. Сейчас, конечно, самое время. Так, купить. Я немножко прикупил этого добра, но, конечно, все это копейки все равно. Всего этого все равно не хватает. Катастрофически не хватает сплавов. Энергию опять я купил. 1500. Вход. Ты смотри, какой смелый. Ух! И испарился. Да. Так, прилетели. Джага. Так и так. И сюда. Жаль, здесь ни одной базы нет. Что же вы такие лошары? Зато мегасооружение есть. Ну, толку-то... Толку-то вам с них. Сейчас вам тут все обдерут. Армию тоже куда-то надо сюда подкинуть поближе. Хотя 3000, не знаю, хватит, не хватит. Так, за Нанитовым у нас должны следовать, но что-то как-то не вижу никого желающего. Хотя флот вроде собрали неплохой. И опять все залагало. Угу. Консул Даром, ребятки тоже пошли. Ну, попробуем сейчас по-быстрому в зародыше все это задавить. Будем надеяться, что получится. Че мигает, я хрен знает. Оно все время теперь мигает. Так, прибыли, да? Давайте-ка мы вот что сделаем. Так, и вот сюда, пожалуйста. Чтобы, если что, прыгнуть всем вместе. А то, как они обычно любят, блин, за мной следом там где-то тащиться, я прилетаю, огребаю по полной, блин. Как-то меня это не улыбает больше. Давайте, догоняйте. 75-122. Ну, тут Нексы, блин, собрались нехилой компанией. Давайте. Еще немного, еще чуть-чуть. Блин, каждая секунда промедления. Уксанты заключили с жилетами. Хорошо, рад за них. Это все сейчас неинтересно. Еще немножко. Догоняй. Вы догонять вообще будете, нет? Вот. Какие вы медленные. Они туда вообще не туда летят. Ладно. Хорошо. Так, 2 единицы. Ну, давай попробуем. Уже 1 осталась, что ли? Да. Нет, 2. Видимо, там... В кучку сложены. Так, сейчас они ворвутся. А я пока продам. Ну, вроде все вместе полетели. Флот атакован. Дайте по ним залп из бортовых орудий. Давай, жгите. Жгите их. Напалмом. Да, они все вместе наложены просто друг на дружку. Минус мамка. Минус еще кто-то. Мелкий, по-моему. И опять они рвутся к базе, блин. Задолбали. Вот еще минус мамка. И еще минус мамка. Нормально. Что-то ребятки развернулись, погрустнели. Осталось только мелочь. Они прям отвалить пытаются. Но им это не сильно помогает. Флот зачищен. Оба два флота. Все. Все. Систему вычистили. Теперь медленно и неуверенно будем убивать остатки наземных сил. Все. Замечательно.
Так, здесь одна, здесь две, здесь одна. Ну чё, без передыху? В надежде, так сказать, что за нами следом. А здесь шторм, ой-ой-ой. Минус поля. Это плохо. Давайте, товарищи, не стесняйтесь. Господи, тут вы еще живы. А вот те наши ребята, идущие сквозь покров, не выжили. Так, а давайте вы вот этой вот шоблой, да, своей, вот сюда вот, а? Хотя бы заблокируйте им проход в эту систему, а? Можете? Можете? Ну, пожалуйста. Так, и да, надо сделать этот... Надо сделать научника. Научный кораблик. И закинуть его сюда. Они атакуют наш космопорт. Да хрен там лысого, опять я в одиночку сюда ворвался. Надо каждый раз подводить их вот так вот все-таки. Чтобы, да, чтобы не только мне доставалось-то. Нух. Титаны жгут. От души. Успели таки, да, системку захватить. Ну да, она же зеленая была. Ну, в целом грохнули. Грохнули. Так. И Гиздераку отправляем. Гиздерак, это у нас сюда. Вот так вот, пожалуйста. Так, научник сделали. Есть у нас ученые? Нет. Точнее, есть, но они вроде как... А, нет, тут парочка бездельников получается, да? Ну, давай тебя, допустим. Иди исследуй проект в системе. Собрались? Нет, еще ползут. Ой, как медленно ползут. Ой, какие же лаги дикие, а. А эти дальше пошли уже. Ребята, ну давайте тоже что-нибудь сделайте там без меня, а? Блин, и за собой вести надо, и когда все летят за мной, тоже не очень хорошо получается. Они все сюда приперлись, заразы. В эту систему. Все, встали. На точку. Мои-то встали, а эти что-то не торопятся. Еле-еле, душа в теле. Это охренеть, как все тормозит. Хоть вообще не заглядывай. Моща, а толку? Вообще-то... Господи, тут еще со сменой принципов вообще не до этого сейчас. Можно сделать что? Они идут за Паловым Суфетом, да? Нет, не за Паловым, за Нанитовым Атютором, вот. Они идут за ним. Нет, стрёмно. Стрёмно. А вдруг нет? А вдруг не так? Нет, давай всё-таки всем. Всем, всеми силами прыгаем. Ай, наоборот. Вперёд! Опять мои впереди планеты всей. Но часть тоже за мной пропрыгала. 170 тысяч. А, это флот здесь висит. И еще 190 тысяч. Ух, бойня. Ух, месиво.
И мелкие флоты, конечно, тоже веселуха тут такая. Они, ты смотри, вот с мелкими я как-то не приглядывался, они же точно так же действуют. То есть они палят по одному всеми залпами этими, всеми противовоздушными силами. Стреляют в одного, убивают, потом, ну, да, алгоритмы, конечно, сражений здесь как были изначально кривые, так они и кривыми и остались, в общем-то. Ничего радикально не поменялось со времен самой первой версии, еще до всех DLC-шек. Логику компа понять невозможно. У тебя десяток кораблей, на каждом по три точки ПВО, и эти все 30 зарудий стреляют в один маленький истребитель. Зашибись. Пока остальные 29 пролетают и долбят по кораблям. Да, ну, классическая поздняя игра, слоумо, пошаговые практически бои. Интересно, они вообще сбегают, нет? Я что-то как-то это не догадался посмотреть на итоги. Ну чё, пришли, покормились, вкусно вам здесь угостили, а? Понравилось? А, ну опять нам баги, баг на баге. Опять ни хрена нам толком не показывает. Так, здесь можно сразу. Тогда так, так. Здесь вот эту отобьем тоже. И сюда ломимся основной массой. Сколько здесь у них? 48, да? То есть мы сейчас эту систему захватываем, потом эту. И сюда можно один какой-нибудь маленький флотик кинуть, пока все остальные побегут сюда. Окей. Ну, тогда, наверное, ну, время есть. Я надеюсь, за 20 минут оставшихся до конца серии я успею посмотреть анимацию вот этого всего. Господи, сколько ж... Надо процессор менять, блин. Это уже становится просто издевательством каким-то. Все, они до сих пор не долетели никуда. Хотя тут, кстати, народ собрался. Неплохо так собрался. Станцию сейчас они забьют, а эти решили вернуться, да? Это хорошо. Карающие ракеты, исследование общества. Так, значит, только ракеты я, да, подгребаю с них. А! Покров! Я все забыл на свете. Так, улучшенная маневренность. Отлично, плюс 30. Это замечательно. И, собственно, наши эти-то. А, где теперь указы-то? А, кстати, где теперь указы-то? Притязания, контакты, проникновение, планировщик экспансии, планеты и секторы, расы, лидеры, технологии, управление обществом. Нет. Правительстве? Да, политика и указы. Еще какое-то правительство появилось, какие-то программы можно проводить. Я даже не смотрел пока. Не знаю, что это и о чем. Не, ну, в принципе, можно. Давайте посмотрим здесь, что у нас. Программа. Безграничные возможности. Счастье гражданских поселений. Здесь у нас счастье гражданских поселений, привлекательность спиритуализма. Что-то сразу врубается, что-то после начала, я так понимаю. Поддержание порядка, производство ресурсов, привлекательность авторитаризма, меньше политической власти у рабочих рабов, псионическое превосходство, ресурсы от поселения псиоников, темп исследования псиоников, развивающееся общество, единство ежемесячно, остальное мне тут недоступно. Давайте поставим поддержание порядка, больше ресурсов и посмотрим, что это даст, собственно, я не знаю. Начать раньше. А, это можно форсировать. А, вот, пошел процесс. То есть сейчас сходу у нас идет вот этот базовый модификатор, а когда вот этот вот дойдет до максимума, да, будет второй, который после начала. Длительность 10 лет. А это можно форсировать за 3 миллиона 340 тысяч единства, при том, что я думал, что у меня до хрена миллион собрался, почти 2. А тут надо 3. Понятно. Ну, а это наш правитель, видимо, да? Ага. Кхилит закун. А где мой старый? Подожди, какой Кхилит закун?
У меня же бессмертный бебе тут был. Как он мог смениться у меня? Вот тоже какая-то фигня из-за смены версии. Ну вот. Много нехороших слов тут. Хотя можно не дергаться. У меня 132 тысячи очков, блин. Ну, хантаков максимум 80 будет. Я, как говорится, впереди планеты всей. Уже и тут. А, зато, кстати, Империум Федерации не считается. Были очки Федерации, но они, видишь, пропали, когда из Федерации вышел Империум. Так, собственно, да, я что хотел? Я хотел указы. Фракции, да, фракции теперь здесь же. Какие-то попухи опять, крепкая оборона, сильны в одиночку. Идите, вот, управление фракцией. Подавлять. Политика и указы. Ой, ёп, тут что ты... А, политика и указы, все. Ух. Как они перенавертели их интерфейс, по сути, ничего не поменяв, только зачем-то все передвинув. Вот это вот на самом деле совершенно не понимаю я, зачем такие телодвижения делать. Ладно, врубаем у нас все наши эти вот... Так, перераздел не надо. Газы, щиты, топливо, боеприпасы, взрывчатка, броня, сенсоры, кристаллы, энергетическое оружие, взгляд незримое тоже пригодится. Окей. Продолжаем разговор. Так, забили, да? Убейте, пожалуйста, вот этого товарища. Кстати, я ни одной пока планеты захваченной не вижу. А чего вы так долго вычищаете обычного транспорта? Сколько можно возиться? Не возитесь. Оп. Оп. Тут надо, ребят, поддержать. Определенно. А вы куда летите? А вы пытаетесь дальше лететь, да? Это плохо. Это плохо. Их тут до хрена. Они сейчас как разбегутся опять все. По разным углам. Какого стоим-то? Я же сказал. А, флот убили, потому что. Хорошо, тогда так. Тогда все сюда, кроме шестых суфетов. Вы сюда. Кстати, я вас немножко еще прокачаю. Вот так вот. И не стойте в Волгограде. Не стойте, двигайтесь. Так, что хотят? Теряем доступ к покрову? Нет. Не сейчас. Границы открыли. Ой, спасибо. А то я без этого никак. Кстати, вот тут у нас... А! Нет, оккупировано. Ну, их надо просто освобождать. А, так, ребята сюда уже прилетели, да? Здесь, кстати, систем планет нет. Ну, тут и мои прилетели. А, мои уже и сюда прилетели. И даже у всех уже убили. Новая черта императора. У адмирала. Хорошо, так, тогда... Где мой транспорт? Дуй сюда сразу. Мы тогда колосс применять не будем, они захватили систему, то есть можно ее спасти. Странно, вроде помнится, раньше они наглухо миры поганили, так что их можно было только бомбардировкой зачистить. Видимо, тоже либо что-то поменяли, либо я просто плохо помню, и они не сразу это делали. Так. Ну, давай тогда ты тоже сюда. И рвемся всей толпой сюда. Тут уж, как говорится, похрен. В каком порядке. А они тоже, кстати, сюда. Через гиперретранслятор, да? Еще останки. А, вот резервуары для выведения раев еще там. Так, Галактический имперский флот. Наконец-то, главное вовремя. Главное вовремя. Да, они все сюда тоже рванули нам навстречу. Ой, тут месиво. Я их даже не вижу. Бум-бум-бум. Хлоп и уничтожили. Дальше. Следующий.
кончилось. Дайте по ним залп из бортовых. Вот, вот так вот. Вот так вот. Сейчас мы ввалимся и всех убьем. Вот вам и вторжение притаринов. Вот вам и вассалитет, большую вот часть такого. Игры. Дайте по ним залп из бортовых орудий. Ну вот так. И все. Вот и все, и нету Билла. Жадность Билла погубила. Вас же авангард нахлобучили. Вы же видели, вы же знали, вы же понимали, куда сунулись. Ну что, что вам сказать? Приятного аппетита. Да, давненько, нет, даже не давненько, никогда так легко и непринужденно я не выносил кризис конца игры. Третья скорость, мать моя женщина. Они хотят поговорить с нами. Окей. Окей. Мне не жалко. А это что у нас? Обновление пула лидеров. А, это теперь сообщать будет, когда новые лидеры приходят. Ну, мне в принципе без надобности. Колонистов там сейчас порежем на запчасти, чтобы никто никуда и никак. Все. Все. Нету больше притаринов. Вроде больше волн не должно быть, насколько я помню. Даже так. Ждем уведомления об окончании вторжения. Опять куча этих договоров. Так, ну это вы убьете сами. А я жду, где моя. Вот они. Ползут, ползут. Хотя, кстати говоря, в планета как территории все равно не этот. То есть лучше бы как бы вот так вот визуально прочесаться, да, и убедиться, что нигде ничего никак больше нету. Здесь отбили, да. В очередной раз. О, планетка везунчиков, а. Дважды чуть не сдохли, но выжили. Да, больше нигде нет. Или есть. Откуда он взялся? Откуда-то прилетел. Непонятно откуда. С Темпери. Точно там ничего нет? Нет. Ну ладно. А, вот, вот так вот ты теперь, да? То есть вот теперь образовалась здесь ваша столица. То есть принудительно обратно эту штуку отвоевали, да? Как только появилась угроза высадки, значит, вот так он, да? Ладно, я понял. Это дело поправимое. Они бомбят. Вот что бомбить? Там армии нету. Вы бомбите собственное население. Высадится и все. Только высаживаться некому. Так, все, давайте, давайте, давайте. В темпе вальса выносите эту долбанную станцию. И дайте моим ребятам уже высадиться. И навести окончательное безоговорочное поражение вторженцам. Символично. Серия записывается 9 мая. Ну как долго он их ковыряет. Какие жирные эти притаринские станции, вроде бы 48 тысяч всего, а прям вот выковыривать приходится. Все? Куда рванули? Алло? Как-то? А, то есть все. Здесь я не успел. Эту систему я не успел высадиться. И сюда, наверное, а сюда пока могу успеть, если начну. 21, вроде еще много народу, да? Но у меня, блин, мой колосс не приспособлен. Я же не могу ничего с ней сделать.
Он деградационный луч дает, а здесь население единица, и кого тут деградировать-то? Я, кстати, не вижу, где эта единица. Ну, давайте все будем ее бомбить. Может, действительно, куда-нибудь вбомбим. Там некого деградировать. Мне нужно делать еще один колосс. А я, кстати, могу сделать еще один колосс? Нет, колосс может быть только один. Ну, что, опять его модернизировать? На гибельный луч? Потому что я сомневаюсь, что кто-то придет и вычистит ее. Да, надо было сразу ставить. Здесь-то... Нет, это титан. Подожди, колосс должен быть вот он, господи. Колосс должен быть здесь, крушитель миров. Ну давай, будем сжечь. Господи, это зачем-то поменяли. Ладно. Иди перестраивайся. А, кстати, я вообще не помню, у кого-то еще были колоссы или нет. Смерть с небес. Орбитальная бомбардировка планеты Ролл-Юбак вызвала в нашем совете оживленную дискуссию по поводу действий во время капитуляции, чисто гипотетической. Запретить капитуляцию. Принятие орбитальной капитуляции выставлено запрещено. Разрешить капитуляцию. Принятие орбитальной капитуляции выставлено разрешено. Это, я так понимаю, в политике. Принятие орбитальной капитуляции. Эта политика определяет, позволяем ли мы вражеским планетам сдаваться нашим флотам во время орбитальной бомбардировки. Да, и это тоже, кстати, новое, вот это снова патча 3.8 фишка. Это я читал, да. То есть теперь можно действительно бомбардировкой заставить их капитулировать планету. Не надо даже высаживаться. Разрешить. То есть это касается не конкретно притаринов, это вообще общая политика. Притарины, понятное дело, сдаваться не будут, им это без надобности. Так, вы летите? Летите. Хорошо. Опять куча мигающих сообщений. Давайте попробуем все-таки. Как-то где-то, блин, а где как? Где это и как это? Сообщение, во. Фильтровать по категориям. Ну, ты смотри, а. Так, в основном у меня сейчас что лезет? У меня лезет долбанная дипломатия. Предложение торгового соглашения. Первый контакт, приглашение в... Уведомление. Или нет? А, смотри, уведомления стоят, да? Это все уведомления. Подожди, дипломатия. А как всплывающие сообщения? Если выбрать включение, события будут автоматически отображаться как всплывающие. Если выключить, все соображения будут отображаться как уведомления, открываться только по щелчку. Ага. Автопауза включена. Автоматически открывать первый раз. Не надо. Автоматическое снятие с паузы. В событиях... не очень понятно. То есть, допустим, предложение торгового соглашения. Сейчас стоит галочка уведомления. Если я ее выключу, оно все будет это, или только вот эти вот, вот соглашения об исследованиях и вот эти миграция, да, договор торговый, или это то, что ко мне обращается? Доступно умелое оскорбление. Осведомленность уменьшилась. Счета специализация, голосование. Тут надо сидеть, блин, и курить. Окончание пакта о взаимной защите, открыт на уровень федерации. Голосование по типу, просьба о подданстве. Вложение общественного просвещения, сессия сената. Ну, вообще такое ощущение, что ко мне здесь идет.
расторжение договора о миграции. Вот, допустим, что у меня тут мигает? У меня наоборот договор о миграции. Это только дипломатия. Маша, Маша. Извините, смотрителя. Инокуляция. Что это такое? Гипердвигатель захвачен. Пипец, я не въезжаю. Можно, конечно, просто вырубить все. Но это тоже неправильно. Акт взаимного нападения, т-т-тын. Расторжение торгового. Я, кстати, не вижу вот этим с договором миграции. Или это вообще как? Что это такое? Настройки сообщений для этого уведомления. Подожди, стоп. Control. Вот. Уведомление, расторжение договора миграции. Выключим. Открыть границы. Закрыть границы. Но это в принципе только мне идет. Так. Мы связали. Во, вот так можно. Слушайте, а вот это круто. Связанной столицы. Неинтересно. А, это можно убрать. Сатуриане соглашаются. Так, соглашение об исследовании. Неинтересно. Убрать. Предложение договора миграции. Неинтересно. Убрать. Ну, поглядим. Глядим, что из этого получится. Так. Успели? Нет. Где вы есть-то? На орбите. Высаживайтесь. Высадка пошла. Останки кораблекрушения собраны. Хорошо. Наша десантная команда готова. Спасли? Успели. Освободители. Молодцы. Все. Тогда вас мы отправляем на базу. Вы больше не нужны. Здесь. Здесь тогда. Ждем прибытия колосса и наведения порядка. Ой. Тормозит. Опять все тормозит. Люто вбамбливаем планету куда-то. Опустошаем. Населения на ней нет. Ни черта на ней нет. Но все горят желанием отбомбиться. Ладненько. Серию пора заканчивать. В общем, осталось только разбомбить эту фигню. Это у нас сделает, как говорится, наш колосс, когда прилетит и это модернизируется. На это требуется время. И, собственно, остается у нас 35 лет до конца игры. То есть оставшиеся только, ну, какие-то, может быть, моменты посмотреть, да. И, собственно, на этом все. И докрутить до финальных титров. Потому что, как я и говорил, вторжение претаринов прошло очень-очень-очень быстро. И вот, собственно, все, что они успели от нас. От нас отъесть, от нашей галактики, это вот этот крошечный кусочек. Осталось только, собственно, получить финальное сообщение и идти. Титул победителя, я не знаю, дадут мне его, нет. Больше всех набил, в принципе. Ладненько, серия тогда на этом все. Если она вам понравилась, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Оставляйте ваши комментарии. Делитесь впечатлениями об игре, о моем канале, о моем прохождении. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочка есть в описании. Если у вас есть аккаунты на Вазде или Трово, подписывайтесь на мой канал. И там заглядывайте к нам с логоградкой на наш Дискорд-сервер. Ну и не забывайте жать на колокольчик, дабы не пропустить выход новых серий. У меня на этом на сегодня все. Всем спасибо и пока.